Так, краткая инструкция, как собирать дверь с форточкой. Дверь, правда, уже собрана, но попробуем объяснить на пальцах. То есть самое, что первое, это мы к каркасу прикручиваем сам каркас двери. Вот он уже обшит поликарбонатом. Прикрутили каркас, к нему прикрутили каркас форточный. Все, у нас эта вся конструкция без полика стоит. С чего начинаем? Начинаем. Прикручиваем изнутри механизм, замок замочный. Далее откручиваем шарнир форточки от каркаса двери. То есть нам нужно просто, чтобы форточка нам не мешалась, ее убрали в сторону. Далее прикладываем лист поликарбоната. Во-первых, подрезаем его. Сейчас закроем. Подрезаем его, то есть прикладываем к двери, на полтрубок выставляем и соте отрезали. Прихватываем раз термошайба, два термошайба, три. Все смотрим, чтобы нигде ничего не задевало, особенно снизу. Одеваем сразу ленту в профиль, прикручиваем саморезами. Далее вырезаем на полтрубок. Вот здесь вот видно. То есть делаем прорезь поликарбоната на пол трубы, одеваем профиль, прикручиваем клопиками. И вот здесь вот он по соте тоже пошла прорезь. В дальнейшем, то есть этот кусок мы просто убрали в сторону, прикрутили дверной, вот здесь его подрезали под козырек, одели кусочек профиля, подвели все под петли, то есть петли всегда поверх полика. Все, далее берем каркас форточки, на место прикручиваем уже поверх поликарбоната. Вот эти два самореза, вот эти два самореза прикрутили и начинаем обшивать поликом. То есть берем раз саморез, два саморез, все выровняли, три саморез. Любой, можно такой 19, можно цветной, потом его выкрутим и сделаем петельку под крючок. Поверх одеваем профиль, низ у нас тут будет небольшой нахлест, подрезается так, чтобы зазор был примерно 4-5 миллиметров, клеится лента, одевается профиль. Все это дело прокручиваем шайбами, ставим ручки снаружи, ставим крючок, все это примеряем и делаем ответную скобку замочную. На данной теплице у нас труба 40 на 40, поэтому под скобку мы делаем пропил. Сделали пропил, подкрасили скобку, на клопики прикрутили, все у нас все хорошо и красиво открывается, закрывается. Вот так вот кратко попытался объяснить на готовой двери, как собирается дверь.